Ну что, ребята, здорово всем. В прошлый раз не получилось, дерево вызывали. Сейчас в этот раз будем пробовать. Не знаю, что из этого получится. Сами все увидите. Чем могу помочь сегодня? Только лучше. Этих штучек купим. Так, да, удачного пути. Ну что, попробуем теперь. Битва с деревом, так и будет битва с деревом. Но я в прошлый раз его, прям чуть-чуть, и все. Там осталось прям капельку, я не смог его завалить. Так, надо заюзать. Вот это. Вот эту штучку тоже. Отлично. Здорово, злючка. Промазал. Попал. Промазал. Зараза, попал. Смотри-ка, опа. Блин, еще раз попал. Опа, это большая. Бежим, собираем. Бежим, бегаем, собираем патрон. Прыгай. Ах ты, зараза, попал. Ну ладно. В жопу тебе прям стреляет. Она вызвала этих.
Чупакабр своих вызвал. Так. Ай-яй-яй. Опа, отпрыгнул. Какой злой! Опа. Патроны. Да блин, прыгает. Ну давай, стреляй что ли ты, блин, тормоз. Так, опять эти чуваки, да, здесь где они? Ну давай, кашлянотик, блин, хрен. Давай, давай. Давай, эй, блин, хорош кашлять-то, туберкулезник, блин, хренов. Да, блин, прыгай, зараза, так. Прыгай. За, блин, вообще. Прыгай. Мудила. Вот мудила, блин, вообще, я не понимаю, как кто этого героя создавал. Ну давай, покажи еще. Так, ага, давайте. Ах ты, уже прибежали, да? Юзай. Он не заюзал. Охренеть.
Ребят, вы видели, да? Я практически выиграл. Блин, мне надо денег на эти, на лекарства для... На красную вот эту штучку слева, внизу. На нее, на однерка, которая... Блин, ну практически. Давай-ка еще покачаемся, прокачиваемся чуть-чуть. Что-то нет никого. Вон они все. Снайпера, блин. Думал, тебя не увижу. Че, все, больше нет никого? Ну вот. А я-то думал. Где, откуда это так? Сверху. Отдыхай. Вот сюда вот сходим куда-нибудь, вот здесь вот еще. А, там пещера была одна. Точно так надо. Можно сходить попробовать в пещеру. Знаете, в какую? Вот эту вот. Я, по-моему, в ней не был. Сейчас я попробую к ней сходить, к этой пещере. Оба, пулеметчик. Я начал перезаряжаться, ну ладно. Думал, я тебя не увижу. Ага. Он думал, я его не увижу.
Выкуси-закуси. Так, здесь я был. Я вот здесь вот пройду как раз туда. Короче, вот здесь я нашел Томпсона. Пулемет. Как ты, урод! О, справился. Ага, вон он. Не ушел, не ушел. Вообще прикольный пулемет, блин. А, наверх. Что-то интересненькое тут лежит. Адреналин.
Железо. Здесь, я думал, тайничок будет. Оказывается, ничего нет. Ну ладно. Отлично, заражен. Заражен. Я заражен, это не очень хорошо. Таланты. Понеслась. Сейчас кашлять будет постоянно. На тайничок. Ну, давай, беги уже. Еще один такой же. Ух ты, это что такое? Все, отдыхает. Нелегко было. Ну давай, что ли, блин. Текст. В принципе, можно будет еще раз сейчас попробовать на энта напасть. А потом после я сбегаю вот сюда.
Я опередил. Он меня увидел, а я его опередил. Стреляя. Последней пулей попал. Надеюсь, оно того стоит. Умер. Да? Все, закончили. Что-то нужно? А, давай поглядим. Кованое железо надо. Пока. Ничего интересного нету. Кованое железо, да, ему надо. А где его взять? От самому что ли надо делать? Что-то я не понял. Вестник снова здесь. Это поможет тебе в пути. 1000 стоит. Симулякр надо один. И какой-то крест. А, еще два кристалла надо. До встречи. Нужны вещички? Черт меня дери. Вот так находка. Постой, в городе? Лес, вдруг он еще... Ха, ну дела. Это для меня так важно. О, позволь отплатить тебе. Вот мой пистолет. В нем осталась пара счастливых патронов. Да что там, я легко добуду все, что нужно. Эй, я этого не забуду.
Револьвер Магнум. Вот кованое железо. Обычное железо. До встречи. Револьвер Магнум, да? Фига у него урона. Круто, тенюшка. Ой! Блин, зря заюзал. Чем могу помочь сегодня? Конечно. Шесть штук. Давай семь. Береги себя. Так. Есть. Есть. Отлично. Иди уже. А, рад тебя видеть. А, давай поглядим. А, ему железо надо, смотри-ка. Пока. Так. А, рад тебя видеть. А. Ну, что ты хочешь узнать? Ну, кое-что я сделал сам, но по-настоящему хорошие вещи собирал мой товарищ Джет. Он был гением. Мы использовали все, что удавалось найти. Раковины, печи, двигатели. Здорово, что забытым вещам находится применение. Извини, не хотел утомить тебя своей болтовней. О, ну, там же, где и многие другие, тяжелая выдалась зима. Джет заболел. И теперь тут только я. Многие тут потеряли близких. Чтобы как-то держаться, чтобы не сойти с ума, нужно найти новую семью. Жизнь не так уж плоха, когда есть чем себя занять. А что я особо могу сказать? Люди сами расскажут о себе, если захотят. Просто на будущее. Маккейб не любит пустую болтовню. Еще что нужно? До встречи. Пока вот этот пистолет оставлю. Да отстань ты от меня со своей болтовней.